Накануне в администрации города состоялось заседание Координационного комитета по содействию занятости населения. На встречу пригласили работодателей, которые в течение прошлого года активно сотрудничали с Центром занятости, создавали временные рабочие места для инвалидов и несовершеннолетних граждан, трудоустраивали представителей различных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе выпускников образовательных учреждений. У нас есть много новых работодателей, которые к нам присоединяются в реализации мероприятий наших. И есть работодатели, которые с ними мы очень давно сотрудничаем по всем мероприятиям нашим. Благодаря чему в дальнейшем, там, если граждане, прошедшие профобучение, трудоустраиваются на стажировку, после прохождения профобучения они приобретают какой-либо опыт работы по приобретенной профессии. Соответственно, они потом уже могут трудоустраиваться на предприятия какие-либо другие в городе Губкинском, либо там в других населенных пунктах. По приобретенной профессии. В завершении заседания за активное участие в мероприятиях по содействию занятости населения активным работодателям вручили благодарственные письма.